Он на нейтралке стоит. Бортовая часть 2, да? Бортовая часть 2, да. Че, это уже второй? Это да, второй. Ну, вроде бы на... Отмыл? Так, ну, вроде бы тут целое с этой стороны. Ничего не лопнуло-то? Да он, мне кажется, на эту сторону переворачивался. Падал, вернее, не переворачивался. Что тут у нас? Ой, ни хрена себе тут. Какие... Какая грязь-то. Че-то чинуло под это, под компакт. Надо будет эти купить. Колечки. Есть же. Ну, да. Там покупать. Можно, знаете, поставить алюминиевые. Слушай, а что там, кстати, это, кто-то там из подписчиков спрашивал про вот эти вот нижние или что-то там, шпильки какие-то. А, ну он имел в виду, что здесь сквозные можно поставить или нельзя. Там уже видно все у него. Вот эти вот. Так вот эти вот три, получается, места. Три отверстия. Они глухие. А там внутри глухие? Да, все там уже. Это... Эти уже сквозные идут насквозь, а эти глухие. Ну что вот такое как сделать? Ну, заварить. Болт. Ну, вставить, да, 18-й болт или 16-й и заварить его. Нарезать. Что, закрутить что ли туда его? Нарезаешь резьбу сначала. Какую? Ну, любую, да. Которая у тебя есть болт, на 16. И вворачиваешь его туда, да? Все, да. До конца нарезал резьбу. Потом берешь большое сверло, 22 или там 24, и разинковываешь на 2/3 глубины, чтобы там чуть-чуть только витки остались, немного. Да. Потом болт вернул, у тебя здесь уже свобода есть. Электродом это все заплавил, срезал и новый, ну, засверливаешь. Такую же, да? Да, уже новую такую резьбу в теле. Вот. То есть восстанавливаешь тело. Да. То есть это ничего такого критичного нету. Ну, повозиться надо, разбирать это все хозяйство, разобрать надо. Парни, ну чё, такая тема. Застрял у нас МАЗ с щебнем на объекте. Утонул там в болоте. Поехали выдергивать его МКСМ-кой, газоном. Прикурка. Лень ехать. Натягивается. Трос? Я не знаю, натягивается вроде. Назад пускай даст маленько. Чуть-чуть назад. Стоп! Че? Все, все, наверное, Тоха. Че еще? Поднимать? Ну, блядь. Опасные ребята вы нас. Паша, давай чуть-чуть. Поднимает. Как поднимает? Ну я поднимаю, на нейтралке стою. Он на нейтралке стоит. Проедь чуть-чуть.
Все? Короче, пацаны, не получилось газоном выдернуть мазурика. Приехали за тяжелой артиллерией. Димка! Я тебе варенье малинового принесла! Помаши маме ручкой! Я косолапая его только так на один прихват выдержит. Сиди, я сам открою. Смотри, у него вентилятор крутится. Как? Ну это. Актер. Ну, в домах Лондона и Парижа такого нет. Нету. Ладно. Поезжайте. Я за вами. Вот так вот. Я же с крючком начал немножко чуть-чуть. Здесь-то? Да. Так а что, миксера потом по-любому здесь зарюхают?
Так ты что его дергаешь, что он если не заведен? Да нет, я хотел этот его. Так, хотел. Что ты, а отломил тебе это? Нет. Монтировку? Да. А давай так скажем. Давай подъезжай. Что дурью-то мается? Давай пусть он заведет. А то, блядь, это, последние тросы порвем. Грибли? А? Все, грибли? Два вот этих вот только. Вот эти. Нет, те не грибли, вот эти только два. Все. А, грибло, да? А, я просто, наверное, не заметил. Все должны грибсти. А? Все должны грибсти. Да. Подожди, он заведет, Паш. Чё, Антоха? Я взяла остатки, что-то, сука, к нему подлезешь, хуй подлезешь сейчас. Чё, он не это, не Олга? Надо, ну, это... Интерке. Дануть бы его, блядь. Чё? Может, Паша, ты дай натяжку, я это, доски подкину под переднее колесо, он так, блядь, заебись, уходит. Да он уже его выдернул бы сейчас. Ну. Если б не трос. Фу. Так. Натягу дай. Я сюда подкину. Кун мой там Т-25 не поцарапай. Обязательно. Всю технику сюда сгреб. Тоже. Стоп! Хорош! Подожди, подожди, Паша! Опасно! Он его и так вытащил, смотри! Это же бубльгум! Серость! Вот ты и косолапая, блядь. Ну, блядь, даже так неинтересно что-то, блядь. Выковырил его. Что-то... Я дай натяжку, он, блядь, вытащил меня. Не стал буксовать потихонечку, натяжечку, раз. Нехило тут ты. Ого. Че, почему твой газон так не может, Пашка? Придумай что-нибудь там это, повороши там своих чемоданов зеленых. А мы сейчас его заведем задним входом. Он сейчас раз придачу вот не вдруг и все. А что такое он такой у тебя? Бывает старка. А? Че, запускать будете с толкача? Thank you.
потихоньку давай. Сдай назад, Антоха, чуть-чуть. Еще же генератор там. Татра 80 шпарит, блядь, вообще не напрягается, блядь. Косолапый, блядь. Ух. Евро 3. Мне бы дьявола коня, да плеточку заветную, и тогда искать меня в поле не советую.